Более 15 500 детей отдохнут в этом году в пришкольных лагерях Самары. В городе таких учреждений 189. Они размещаются на базе учебных заведений и при центрах дополнительного образования. Сегодня работу лагерей оценили депутаты Самарской думы, представители молодежного парламента и общественного совета. Были в Самарском районе, в Ленинском, сейчас там железнодорожный переехал. Везде, так сказать, четкая организация не просто смены 18 всех дней, да, но и каждого дня режим четкий. И утренние зарядки, и вопросы, конечно, с питанием. В первую очередь места в пришкольных лагерях предоставляют детям из социально незащищенных семей, а также тем, чьи отцы – участники СВО. У ребят более стала разнообразная программа, которая им позволяет развиваться во всех сферах, и в социальной, и в оздоровительной. Также предусмотрено достойное питание. В некоторых школах пребывание детей организовано без дневного сна до середины дня. Парламентарии рекомендовали со следующего года продлить время пребывания до вечера, ведь родителям неудобно забирать детей в середине рабочего дня. Виктория Шарая, Константин Головин. События.